В этом дворе внезапно исчезла контейнерная площадка. Вот здесь стоял бункер, и в один не самый прекрасный день он исчез. Но свято место пусто не бывает. Жильцы окрестных домов, как ни в чем не бывало, продолжают выносить сюда мусор. Гора отходов выросла здесь буквально за пару дней. Теперь местные боятся, как бы у них не появились опасные соседи. Не дай бог, тут и крысы заведутся, и мыши заведутся, и грязь такая, да и кому приятно, у дома, у окон, вонь такая будет. Вы что? Только те, кто складирует на площадке отходы, своей вины не видят. Говорят, другого выхода у них нет. Мол, о том, что контейнерную площадку уберут, их не предупредили. И куда носить мусор, не сказали. Я лично ничего не видела по этому поводу. Что не будет контейнеров и куда. Я вообще удивилась, думаю, может, где-то в другом месте сделали помойку, обошла тут всю территорию, ничего тут нигде нет. Однако уже сегодня утром жильцов ждал сюрприз. Рядом с мусорным Эверестом появились 4 новеньких контейнера, а также дворник и мусоровоз в придачу. В считанные часы бригада расчистила площадку и вывезла всю грязь. Но на этот подарок судьбы местные смотрят с недоверием. Говорят, акция явно разовая. Все равно, вот если даже приберут, будут мусор складывать. У нас такой, видимо, менталитет у народа. Оказалось, что мусорную свинью жильцам подложили соседи. На контейнерной площадке, которую обслуживает местная управляющая компания, начали складировать свои отходы жители чужих домов. Вывозить чужой мусор за свой счет коммунальщики отказались. В конфликт пришлось вмешаться чкаловской администрации. Теперь обслуживать площадку будет другая организация. В настоящее время данная территория находится уже на обслуживании управляющей компании «Евразийская», которой заключен договор на обслуживание с ЕМУ «Спецавтобаза». Так что, если из вашего двора перестали вывозить мусор, сразу жалуйтесь в районную администрацию. Чиновники не только наведут порядок, но и накажут виновных. Юрий Шумков, Иван Быков, «Городской дозор».